Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Короче, это жаришка, да. Давайте смотреть. Ебать. Поебальник, ну как дать этому коту, бля? Хоть пу, бля. Дядя, иди сюда, шмоточки забирай, одевайся. Забрал парень шмоточки. Переехали, бедолагу, шмотки хотел забрать. Спасибо большое. Опа. А что происходит? Я-то думала, ты заткнулась, а оказывается нет. Ебать! А что это, с окнами мы теперь разговариваем? Люблю тебя, крысиночка, большое спасибо. Офигеть. Только она жестокая. У меня таких соседей. Ты ничего плохого не сделала, она тебя не прощает. Ужас, да. Знаете, я объясню, почему девушки так делают. Потому что хочется больше внимания, ребят. Ну что я такое сделал? Вот что я такого плохого сделал, то что эта игра запустилась на моем компьютере? Это Хесус или кто? Похож на Хесуса. Жесть, вообще, слушай, а может Рошан просто умрет, когда появится? Я не знаю, ведь... А я видел, сейчас, короче, Феникс придет и ваншотнет Рошана. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Еще, он еще ставим. Взял дэмэдж на спарках. Да, ну конечно, дэмэдж на спарках. Или нет? Бабло! Красиво, реально. Спасибо огромное. 400 рублей. Режима. Че, все? Минус? Где он? Куда он пошел? На, въебало! Ебучку. Бля! А почему провалено? Надо заскинуть, убить, типа его надо! А почему миссия провалена? Он же его убил. Так должно уже было быть. Чья клавиатура на фоне? Максима. Передаю привет. Вам это мешает, ребят? Ну извините, я же не могу его выгнать. Тебе идет эта карта? Спасибо. Е-чат! Смотрите, как стрим преобразовывается. Е-чат. Смотрите? Блять. Ты орешь, ну. Долбоебно. Оль, зовут тебя Леонид. Ты прав, нахуй, во всем, блять. Леонид это Леня, а Лев это Лев. Че нахуй? Как Лещенко. А Леонид это Леня? Стоп, Леонид это Леня? Максим! Леонид это Леня? Охуеть! Ничего себе, я не знала. Кого? ВК точно не взломают, спасибо огромное. С ВК у меня есть связь, так что нет. У меня галочка ВКонтакте, меня не взломают. Оно... Вы слышите? Вы это припомните, это замолчать! Ты, мразь! Гав! Пошла вон отсюда! А на 101-м километре ты по себе знаешь? Да не очень-то, пойди с тобой, понятно? Ебать! Да вот, может сильно! Быть. Спасибо тебе огромное! Это неправда. Нет. Он вложился только в мой компьютер и спиздил потом мне эти деньги. В ванной у меня рекорд был, ну, секунд 15, наверное, я смог уделать себя, блядь, и такой. Но это знаешь, когда уже форсированный режим, надо куда-то бежать. Слушай, ну тебе к урологу надо ездить 25 секунд, это Володь тут... Да мне было просто максимально интересно, как быстро можно это сделать. Касательно Вадима, ребят, мы встречались, он заказывал мне покушать, купил мне компьютер, но потом эти деньги же забрал с Киви, поэтому... Поэтому я даже не знаю, на самом деле, можно ли так считать. Типа, это скорее была влюбленность и любовь, так что... Что бы Вадим там ни говорил, Вадим на самом деле ужасные вещи говорит иногда.
Я сама удивляюсь с него. Да я ничего против Вадима не имею абсолютно, но типа человек мне помог. Я везде говорю о том, что я ему благодарна. И в интервью я говорила, и постоянно говорю это на стримах, когда вы спрашиваете. Но, к сожалению, не все мы идеальны. Мы все, нам всем свойственно меняться, как и мне, так и Вадиму. И Вадим очень много лишнего говорит вообще, типа, в принципе. Ладно, хорошо, хорошо. Перформанс? Конкретно здесь? Да. Честно, спасибо. Не знаю. А, это вы просто мимо проходите, вы не имеете отношения вот к этому парню? К этому нет. А вот мы на него как-то. А вы на что? А я просто гуляю, и я думал то, что вы называете то, что вы я снимаю перформанс. Вы снимаете, Не, он тоже ничего, что мне обычно давать. Чем делают? Спасибо. Вот я понимаю. Может, подпитывается? Стихи нужны такие писать, да, чтобы ты бросишь в окно, а оно разбилось. Мне интересно, пойдет как доктором. Мне вообще, в принципе, все интересно прям. А он давно тут? Возможно, он пошел взрывать этот мир. Он его догонит? Кладмен, пацаны. Если что, побежим. Осуждаю. Ну реально хуёво. Он реально под чем-то, думаете? Он реально под чем-то? Я думаю, это не постанова. Он джойстик разъебал, наверное, там. Бедный джойстик, за что? Он макатал, офигенный чел. Блядь, да за что, сука? Макатал. Я мирный, стреляй по БРДМке. Сука, вон дитя войны едет, блядь, на военной технике, блядь. Разрушать твои села, дома, жечь твои хижины. Насиловать твоих женщин, сука. Иди, блядь, ему въеби, как ты по мне стреляешь, козел. Сам, блядь, уебу тебе сейчас. Покажись только, блядь. Гусь, блядь. Ты где он? На, на. На! Жесть, он играет хорошо. Да при чем здесь он? Ты слышишь? Ебальничек свой стяни, пожалуйста. При чем здесь он вообще? Вот, знаешь, я пока донаты почитаю, хорошо. Тебе написали спасибо. В чат. Ты, блядь, послушай, пожалуйста. Херняшки тоже спасибо большое тебе огромное. Спасибо. Когда живешь девушка в одной комнате? Самые уютные, говорит, угарные стримы во всем мире. Контент пошел, блядь. Спасибо огромное. Нормально. Я просто еще не все выучил. Каждый сотрудник должен носить Слушайте, вон, гоняют вашего. Удостоверение, геометрия 8-9-7. Поймать проблемы. Знаете, я вам честно скажу, он конченый. Я учу его уже 15 лет. Стреляйте. Подождите, дайте. Стойте, стойте. Я хотел палкой поработать. Че за палка? Офицер, знаете, я вам честно скажу, я его учебником избивал неоднократно, но возвращался. Не понял, блядь. Пацаны, плюс чат, если вас тоже учебником пиздили в детстве. То есть я этим самым толстым учебником по геометрии, он больно хуярит на самом деле. Куда? Это? Кто это? Блядь, вы что, ёбнулись? Какой Энтер, нахуй? Какой, блядь, Энтер? Ты что, сука? Почему, когда смотрю эти ролики, у меня все время зевание? Это еще славно, что у меня парашют был! Блять! Где мы? Раз! Мне кажется, реально можно рипнуться, пока вот в игру играешь. Я помню, как я играла в нее. Я орала, что тварь. Жесткий магиш! Знаете, вот когда играешь в такие игры, реально все мышцы напрягаются. Я не знаю, как объяснить. Блять,
Пошла ты нахуй, блять, хуета сучья, блять, конча. Хуета сучья. 30 раз уже проходил, блять, обоссанная, блять, хуета. Хуета сучья. А спасибо, ёбаная свинья, блять. Ксюха, не ссы в трусы, призраков нет, существует. Но какая-то херня у вас перед камерой три раза летала. О, блять! Ой, жесть. Ты зря настрелял на таймерге. Чё она камеру не обновит? У неё так уютно. Нет! Не получилось. А чё она хотела? Я не поняла. Дядя, нам 5к задонатили, прикинь. Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Подожди, подожди. Давай, 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 жду. Я люблю Майнкрафт. Лучше, чем все вместе. А чё он делает? Ты что делаешь? Стрим, пушка, лови. Ну я байщу на донат, ну чтобы больше. Я не выкупила. Спасибо за 5, спасибо за 5. Ну сколько можно, но уже, ну какой последний стрим уже по этому, по спейсу. Чё? Это кто такая? Это Алина Рин. О, да? Да. Да. Зашла ему. Чувак, а сколько так... было зрилов на этом стриме, не знаете, типа с Кузьмой? Сколько было зрилов? Все, так все делают. А, у меня под Твичом есть Телеграм. Или нет, нет? Не так грустно, и я снова заливаю свое сердце. Алкоголем забываю я от боли, что причинил ты мне тогда. И я снова в этой комнате одна. По кайфу, пиздата, очень красиво. Это мой новый трек, кто не в курсе. Да. Я хочу тоже стримдек, знаете, и резко вам вот так вот делать. Вот так. Это прикольно, не знаю, смешно же вроде, нет?